Почему реабилитация длится так долго? Информации слишком много на этот счет. Есть ряд различных методик, подходов и ультрамегаспециализированных экспертов. Каждый говорит свои сроки реабилитации. Давайте вместе разберемся, почему так. Сейчас конкуренция в сфере лечения наркомании растет, видимо, ввиду также роста количества наркопотребителей. Соответственно, рынок реагирует как умеет. К сожалению, умеет он у нас следующим образом. Во-первых, это демпинг. То есть люди стараются вылечить наркомана за 30-20 тысяч в месяц. Снижение цены таким образом происходит за ваш счет. Зависимый недоедает, живет в условиях, приближенных к таким фильмам, как «Ужасы Амитвилля», «Хижина в лесу» или вообще «Ведьма из Блэр». Такие удаленные места от города опасны хотя бы тем, что существует сложность при чрезвычайном происшествии в вызове скорой медицинской помощи. Естественно, квалифицированные врачи, психотерапевты, психологи, грамотные консультанты не будут ездить далеко и, что самое странное, бесплатно. С помощью тотальной экономии рождается такая заманчивая цена. Но на таких реабилитациях стараются удерживать зависимого по полтора года. Также появляются гильдии мастеров нарколечения, неизвестной квалификации, с сомнительными психологическими практиками, привлекают под свое крыло нищих врачей. А это вообще бич нашей страны, когда врачи в 95% нищие. И такие компании сбиваются в кучку якобы добрых специалистов и экспертов, которые нещадно рекламируют друг друга и поют дифирамбы при каждой возможности дружественной методики. Задача их проста. По возможности кидаться какашками в конкурентов. Как правило, выбивают своего клиента они лозунгами, а я вылечу его за 2 месяца. Но задорого. Вполне вероятно, что может оказаться недостаточным этот курс ввиду уникальности вашей ситуации. И вас попросят о пролонгации договора. Ну, как вариант, до 1,5 лет. А третий вариант конкуренции – это классический российский. Сейчас мы его прокапаем, я с ним поговорю, назначу таблеточки, и вуаля, он здоров. Очень часто со мной консультируются перед тем, как отправить зависимого на реабилитацию. Я слышу удивление на мой простой ответ. Ответ такой – неизвестно. Лично я считаю, что успех лечения наркомании заключается в 3 составляющих. Это реабилитационный потенциал зависимого, во-вторых, это специалисты, которые работают с зависимым, и в-третьих, это программа реабилитации. На мой взгляд, лучшие результаты по срокам и стойкости ремиссии достигаются реабилитацией за 6 месяцев. Это при соблюдении хорошего качества этих составляющих. Подробнее о том, что такое реабилитационный потенциал, я расскажу в следующем видео. Не верьте в чудеса, верьте в реальность. Думайте сами и старайтесь быть объективными.